Всем привет! С вами канал «Современные родители». Сегодня у меня обзор на фен-щетку Babyliss AS200E. Обсудить модель и поделиться своим мнением вы сможете в комментариях. А сейчас предлагаю подписаться на канал и нажать колокольчик. Лучшие цены и актуальное наличие вы узнаете, если перейдете по ссылкам в описании. Буду рада вашим лайкам! Прибор оформлен в черном цвете с розово-золотистыми вставками и надписями. Фен имеет компактные размеры и поместится даже в небольшую сумочку, а для его безопасной транспортировки предусмотрен удобный чехол, который также есть в наборе. Щетка располагает длинным шнуром 1,8 метра, заламывание которого предотвращает шарнир. Фен-щетка обладает довольно хорошей функциональностью, чтобы с ее помощью выполнять профессиональную укладку самостоятельно, без посещения парикмахера. Для этого он укомплектован разными насадками, щетки-концентратор с керамическим покрытием, которое положительно влияет на состояние волос. Кроме того, у фена-щетки предусмотрен генератор ионов, благодаря чему волосы остаются здоровыми и блестящими даже при сушке и укладке слишком горячим воздухом. Фен-щетка оснащен удобными переключателями, с помощью которых легко регулировать температурные режимы, всего их 4, и скорость воздушного потока 2 уровня. Насадки щетки имеют разные диаметры 20 и 50 мм, что позволяет делать средние и крупные волны. А наличие механизма вращения щетки обеспечивает максимальное удобство и легкость укладки. С помощью режима подачи холодного воздуха можно закрепить сделанную прическу. Из отзывов я выделила основные особенности этой модели и сейчас поделюсь ими. Сначала отрицательные. При холодном воздухе отсутствует вращение крупной щетки. И плохо держится крупная насадка. О том, что маленькая щетка не вращается, нигде не написано. Крупная щетка недостаточно жесткая. Не хватает мощности. Плохо продумано переключение холодного воздуха. Щетинки не похожи на натуральные. Эффекта брашинга нет и не будет. Теперь перейдем к положительным. Легкое в обращении, есть косметичка для хранения насадок. Волосы с ним блестящие, уложены как после посещения салона. Скорость вращения, теплота воздуха и щетки просто класс. Длинный провод удобно использовать. Шнур не короткий, свободно вращается, не скручивается. Волосы не запутываются. Волосы выравнивает хорошо. Не сушит волосы. Буду рада, если поделитесь мнением в комментариях и поставите лайк. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы оставаться на связи. До скорой встречи на канале «Современные родители».